Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео выполню 3 коррекции ногтей. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Судя по вашим комментариям, вам очень сильно понравился этот разноцветный френч. Вот он уже вернулся на коррекцию. Есть небольшая у нас вот здесь трещина, отслоился натуральный ноготь. И вот такая большая там отслойка и трещина. Но сам ноготь вроде как не пострадал. Но давайте снимем старое покрытие, чтобы убедиться наверняка. Я это делаю с помощью керамической фрезы, которая у меня уже немножко подзатупилась, она уже старенькая, и пора бы ее выкинуть, потому что покрытие она снимает, ну прям очень медленно. Еще с прошлого раза я помню, что клиентка любит, когда я выпиливаю свой натуральный ноготь, чтобы он не отслаивался в процессе носки, поэтому сегодня я буду работать с полигелем. В процессе снятия старого покрытия я уже понимала, что я хочу работать сегодня с полигелем, поэтому я сняла старое покрытие почти полностью. Уже которое видео подряд я монтирую и вижу, что работаю именно с этим полигелем. Он мне очень нравится, уже почти заканчивается, но заказать новый пока что мне невыгодно, так как он стоит около 4 евро, плюс еще доставка. В общем, дороговато обходится. Пока что буду работать остатками, а там посмотрим. На видео даже видно, что я липкий слой не сняла с базы. Работаю прям сразу после лампы. Кисть смачиваю где-то 2-3 раза, не больше, для одного ногтя, чтобы разровнять. Я использую обычный спирт. Мне предлагали купить жидкость от Global Fashion, но пока что у меня нету такой возможности. Кстати, опиливается этот полигель очень мягко, пыль не летучая. Я работаю пилочкой где-то на 180-240 грит, и мне этого хватает. Чтобы выровнять поверхность и дополнительно укрепить ногти, так как полигель был не на всю ногтевую пластину, я делаю дополнительное выравнивание с помощью каучуковой базы Uno с AliExpress Elastic, но она не мягкая, она жесткая. Расскажу интересный факт об этой клиентке. Она очень рано встает, и когда приезжает ко мне после работы, она постоянно спит на процедуре. Я люблю таких клиентов, мне так даже больше нравится работать, они меня просто не отвлекают, и работа получается намного быстрее. По той же самой причине усталости, сонливости, она не знала, что делать в этот раз, поэтому выбрала 2 оттенка. Один светоотражающие блестки от фирмы Madame Glam, а другой Вена Лиса. Лично для меня это коралловый оттенок с блестками, но почему-то в комментариях мне постоянно пишут, что я неправильно называю цвета. Но вы учтите тот факт, что я вижу этот оттенок в реальности. Потом моя камера снимает, и она немножко искажает. Потом же по той же причине искажает и мой компьютер. И потом вы смотрите на результат через свой гаджет, и ваш гаджет тоже может немножко искажать оттенок гель-лака. Так вот, это не означает, что я не знаю, как называются цвета. Возможно, вы их видите немножко по-другому.
Итак, следующая клиентка, которую вы еще не видели на моем канале, она моя постоянная клиентка, но в один период она решила сделать небольшую паузу и не делать покрытие. Спустя где-то месяц она решила все-таки начать опять его делать, потому что без покрытия неудобно. Ногти ломаются, слоятся, она говорит, я больше так не могу, сделай мне покрытие. В прошлый раз я не снимала видео, уже не помню по какой причине, возможно, мы торопились, но я точно помню и вижу, что я использовала полигель на свободный край. И потом укрепление выравнивания сделала с помощью каучуковой камуфлирующей базы с блестками, на какой фирмы уже не помню. Вы, наверное, уже заметили, что была большая отслойка на среднем пальце левой руки. Это клиентка левша. И она мне рассказала, что она очень сильно ударилась указательным и средним. Средний аж сломался, он очень сильно ей болел. И вот в таком вот состоянии она ко мне пришла. Поэтому я сняла полностью камуфлирующую базу. Оставляю только полигель на свободном крае. В этот раз клиентка попросила убрать длину и оставить квадратную форму ногтей. Для этого нам нужен жесткий материал, чтобы удержать те самые углы. Я использовала мой гель-замес. У него удобная консистенция, мне комфортно с ним работать. Но длину пока что я не окончательно убрала, потом еще раз опилю после просушки геля. С длиной и формой клиентка определилась очень быстро, но вот с выбором цвета у нас возникли небольшие трудности. Опять же, да, мы все люди разные, все цвета видим по-разному. Она хотела коралловый, но в моей маленькой палитре больше 250 штук она не нашла тот самый цвет, который она хотела. Поэтому мы остановились на розовом. Фирма Beauty Lux с AliExpress номер 64. Очень плотный оттенок, ложится тонко, комфортная консистенция. Вообще это гель-лак, я бы даже сказала, премиум класса. Очень хорошее качество. Никакого дизайна делать мы не стали. Покрываем сразу глянцевым топом. Последнее время тестирую супер блеск от фирмы Tinovo Uno. Очень интересно, как он себя поведет спустя месяц. У этой клиентки затираются все топы, так как она работает с тканями. Ну и последняя клиентка на сегодня – это дочка предыдущей клиентки. Этот дизайн мы выполняли вместе с вами, черно-красный градиент. И я вот смотрю на ногти и вижу, что они такие неровные, прям какие-то бугры на ногтях. Не могу понять, это так база просела или гель так просел, или такое неровное покрытие было изначально. Все-таки очень удобно, когда снимаешь видео и можешь посмотреть, что ты делала в прошлый раз. Я вот сейчас открыла то видео, но, к сожалению, не было заснято, каким гелем я укрепляла. Но я так понимаю, что я укрепляла гелем вот таким вот Tinovo Uno Bottle гель. У него есть такая особенность, он проседает на свободном крае и скручивается вместе с ногтевой пластиной. Вот из-за этого у нас получились такие горбатые ногти спустя месяц. Хотя изначально они были ровные. Внизу в описании я оставлю ссылку на то видео, чтобы вы сами наглядно во всем убедились. Ну а сегодня клиентка захотела синего френча. У меня в последнее время очень много на канале френча, не знаю, с чем это связано, но как-то так получается. Очень давно я уже не работала с гель-лаками от фирмы Виндалиса, и когда я взяла вот этот синий, я прям почувствовала такое удовлетворение. Этот гель-лак очень плотный, у него приятная консистенция, мне очень понравился. На этих ногтях я решила использовать топ от фирмы Antonio Damati, он с липким слоем. Вот и подошла к концу третья коррекция. На этом буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потеряться на просторах YouTube. Всем до скорых встреч. Пока-пока.